Вечер с пользой в этот раз бичане могли провести в компании 17 предприятий города, которые занимаются социальным бизнесом. Это образовательные и языковые центры, и даже центр подготовки к родам, творческие мастерские и школы по развитию детей. Организовали фестиваль управления края по развитию предпринимательства, центр «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии Бийского бизнес-инкубатора. А цель проста – поддержать лучших представителей социального бизнеса и помочь им в развитии. В регионе сейчас зарегистрированы 154 социальных предпринимателей. Кстати, такие в рамках нацпроекта могут получить полумиллионный грант на развитие своего дела. И по сути на пользу обществу, ведь если задуматься, то они работают для того, чтобы улыбок в мире стало больше. Среди клиентов компаний – дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, пациенты, перенесшие серьезные заболевания, те, кому в нашем мире нужно чуть больше внимания, чем остальным.